В эфире «Наше время», в студии Анна Ниченко. Здравствуйте. Этой ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Выпустили 53 ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также 47 беспилотников, сообщили в командовании воздушных сил Украины. Целился противник в объекты критической инфраструктуры в 5 областях. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 35 ракет и 46 шахедов. К отражению нападения привлекали истребители, зенитные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы. ПВО работало практически по всей стране, в том числе и в западных регионах. Целью ночной российской атаки была энергетическая инфраструктура в 5 регионах Украины. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его данным, Россия целилась по объектам в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской и Кировоградской областях. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий ударов. Также есть попадания в объект инфраструктуры в Винницкой области, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Вспыхнули пожары в результате обстрела и во Львовской области. Пожарным удалось все погасить. Пострадали 4 человека. Кроме того, критические повреждения получило оборудование на 2 украинских ГЭС, сообщили в Укргидроэнерго. Специалисты работают над ликвидацией последствий. И во время массированного удара по Украине Польша поднимала в небо свою авиацию. Об этом говорится в сообщении оперативного командования. Там также заявили, что польская армия на постоянной основе следит за ситуацией на территории Украины и всегда готова обеспечить безопасность польского воздушного пространства. А президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине. Он снова обратился к Западу, показав последствия обстрела. По его словам, главная цель России – нормализовать террор, используя отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины. Гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты – это то, с чем воюет Россия. Этой ночью очередной обстрел из более чем 50 ракет разных типов и около 50 дронов «Шахед» были направлены на юг, центр и запад Украины. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы сумасшедшие в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей. Дополнительные «Патриот» и другие современные системы ПВО для Украины. Ускорение и расширение поставок F-16 в Украину. Обеспечение наших воинов всем необходимым. Лишь тогда, когда Путин лишится возможности бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. Украинские военные показали, как сбивали российские дроны и ракеты во время массированной атаки РФ по Украине. В частности, подразделения ПВО сухопутных войск уничтожили по меньшей мере 15 БПЛА типа «Шахед», рассказали в пресс-службе ведомства. В свою очередь, пограничники показали кадры сбивания российского дрона над морем в Одесской области. Воины метко отработали, и уже через несколько минут от плотного огня пораженный дрон разлетелся и упал в море. На рассвете российские войска совершили ракетный обстрел Балаклеи в Харьковской области. Попали в базу отдыха. Там возник пожар. Пострадали 13 человек, сообщили в национальной полиции. Среди раненых 8 детей. Также ранены 2 мужчины и 3 женщины. Всех госпитализировали. Они в состоянии средней тяжести. У одного ребенка острая реакция на стресс. Армия РФ атаковала Никополь Днепропетровской области. Российский дрон ударил по маршрутке, в результате чего ранены 4 человека, среди которых ребенок. Пострадала 7-летняя девочка, а также мужчина и 2 женщины. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудили поставки систем «Патриот» в Украину. Кулеба отметил, что команда президентов Украины и США работает на всех уровнях, чтобы как можно скорее решить вопрос поставки дополнительных систем ПВО. Также Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и США сосредоточились на подготовке к предстоящему саммиту мира в Швейцарии и саммиту НАТО в Вашингтоне. Я говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и приветствовал недавнее решение США, которое позволит Украине лучше защищаться от российских атак. Это своевременный шаг в правильном направлении. Обсудили последние шаги, сделанные для обеспечения доставки дополнительных систем «Патриот» в Украину. Команды президентов Зеленского и Байдена работают на всех уровнях для скорейшего решения этого вопроса.
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в соцсети X. Германия должна ускорить подготовку к обороне, учитывая действия России, и привлечь к службе сотни тысяч резервистов. Такое мнение выразила глава комитета по вопросам обороны Бундестага. По данным объединения резервистов Бундесвера, сейчас в Германии насчитывается около 900 тысяч резервистов в возрасте до 65 лет. Путин готовит свой народ к войне и настраивает его против Запада. Поэтому мы должны стать способными к обороне как можно скорее. Россия производит не только оружие. Печатаются школьные учебники, в которых изображают Германию как агрессора. Детей младших классов учат обращаться с оружием. Все это пугает. Мари Агнес Штрак-Циммерман, глава комитета по вопросам обороны Бундестага, в интервью изданию медиагруппы «Фюнке». Польский министр национальной обороны заявил, что гражданам нужно быть готовым к росту потоков дезинформации после инцидента со взломом одного из государственных информагентств. Он призвал поляков проверять информацию, которая распространяется в информационном пространстве, потому что фейки являются частью гибридной войны, призванной создать ощущение хаоса и паники. По его словам, в прошлом году в киберпространстве Польши произошло 80 тысяч инцидентов против польского государства, а в этом году их может быть вдвое больше. Фонд Говарда Баффета профинансирует восстановление типографии «Фактор Друг» в Харькове, которая была разрушена российским ракетным ударом 23 мая. Планируется, что восстановление продлится 4-5 месяцев, сообщают в Харьковской областной военной администрации. Россияне пытаются сломать нашу культурную идентичность, как и сотни лет назад, отрезать нам доступ к языку, литературе и, самое главное, уничтожить государственность. У них это не получится. Спасибо господину Говарду, президенту Владимиру Зеленскому, офису президента, первому вице-премьер-министру, министру экономики Украины Юлии Свириденко за внимание и неизменную поддержку Харьковской области. Олег Синегубов. Председатель Харьковской областной военной администрации в Телеграм. США близки к подписанию с Украиной двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, пишет Financial Times. Украина уже подписала двусторонние договоры о безопасности с 15 странами. Эти документы гарантируют предоставление долгосрочной поддержки Киеву. Подробнее Кристина Домровская расскажет. Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подпишут соглашение по безопасности в кулуарах встречи лидеров G7 в Италии в июне, пишет Financial Times. В преддверии саммита НАТО Украина намерена подписать с союзниками соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. В 2023 году страны Большой Семерки подписали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности и экономической поддержки Украины. К ней присоединились 32 страны. У нас есть 32 страны, которые либо заключили, либо вскоре заключат двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. И это поможет Украине в течение длительного периода времени развивать вооруженные силы, которые смогут эффективно сдерживать агрессию или справляться с ней в будущем. И вы увидите, эти соглашения будут заключены в ближайшие недели. 31 мая в Стокгольме президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно документу, с 2024 по 2026 годы Стокгольм предоставит Киеву военную помощь на 6,5 миллиардов евро. Поддержка будет расти в течение 10-летнего срока действия документа. Уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление Киеву специализированных самолетов ASC-890, а также перспектива передачи Украине истребителей «Гриппен». Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины, говорится на сайте Офиса президента Украины. Швеция – один из мировых лидеров по защите мирной жизни наций. Сегодня мы подпишем 3 новых соглашения о безопасности – Украина плюс Швеция, а также со всеми нашими скандинавскими партнерами – Норвегией и Исландией. И вместе мы обсудим наши дальнейшие шаги.
Это свидетельство нашей долгосрочной приверженности вашей защите от России. Соглашение также является мощным сигналом для России, что продолжать войну, полагая, что западные страны устанут, в принципе, бессмысленно. Наша поддержка не прекратится. Стоит еще и еще раз повторить, что вы буквально сражаетесь не только за свою собственную свободу, но и за нашу свободу и нашу безопасность. Как отметил Владимир Зеленский, приоритеты для Украины в соглашениях о сотрудничестве в сфере безопасности, усиление противовоздушной обороны страны, совместное оборонное производство и обеспечение украинской армии вооружением, а также глобальная работа ради принуждения России к миру. Всего Киев заключил уже 15 двусторонних соглашений по безопасности с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией. Теперь присоединились и страны Северной Европы – Швеция, Исландия, Норвегия. Союзники согласны с тем, что будущее Украины в НАТО, и мы полны решимости добиться прогресса в сокращении этого пути. Членство в НАТО станет окончательной гарантией безопасности Украины. Оно обеспечит прочный мир и стабильность, необходимую для восстановления. Как подчеркнул Владимир Зеленский, соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности уже помогают Украине. По его словам, в последние полгода, пока поддержка от США задерживалась, некоторая военная помощь Украине финансировалась за счет 9 таких договоров. Владимир Зеленский прибыл с визитом в Сингапур. Он проведет ряд встреч, а также примет участие в конференции «Диалог Шри-Ла». Шангрила. Как сообщил в Телеграм президент Украины, это ключевая площадка в Азиатско-Тихоокеанском регионе для решения вопросов безопасности. Диалог Шангрила организован Международным институтом стратегических исследований и проходит в Сингапуре ежегодно уже более 20 лет. В конференции примут участие министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дон Цюнь. На нынешней конференции основным вопросом станет предоставление помощи Украине. Глобальная безопасность невозможна, когда самая большая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и устав ООН, шантажирует голодом, тьмой и ядерным оружием. Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности – задача глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать голос Азиатско-Тихоокеанского региона. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. Кроме выступления на конференции, в рамках визита Зеленский проведет ряд встреч, в том числе с президентом и премьер-министром Сингапура, а также инвесторами. Конференция «Шангри-Ла» стартовала 31 мая и продлится до 2 июня. И подробнее эту тему обсудим с нашим гостем. Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, с нами на связи. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Два важные для Украины момента. Во-первых, участие Украины в главном форуме по безопасности в Азии. Во-вторых, его ключевой вопрос – это предоставление помощи по безопасности Украине. По вашему мнению, как углубляется сотрудничество Киева и Азии? Это очень важно, что Владимир Зеленский лично принимает участие в форуме «Шангри-Ла». В прошлом году был Алексей Резников, и мы наладили много контактов там. Действительно, сейчас две большие задачи, и президент будет говорить об этом в своих выступлениях и двусторонних встречах. Одна – это организация участия стран региона в глобальном саммите мира в Швейцарии. У нас продолжаются подтверждения все большего количества делегаций, но личные приглашения, личные контакты, конечно, помогут увеличить количество делегаций и уровень представительства. И второе, президент Зеленский будет представлять украинскую формулу мира непосредственно, как ее автор, именно министром обороны, советником по вопросам безопасности. Несколько лидеров государств присутствуют на этом форуме. И он будет показывать, что это оптимальный и единственный фактически способ завершения войны. Более того, мы представляем формулу мира как универсальный инструмент для решения других войн. И поэтому это будет интересно не только применительно к украинской войне, но и к возможным конфликтам или действующим конфликтам в этом регионе.
Среди участников этого форума также министр обороны США Ллойд Остин. Как думаете, что может с ним успеть обсудить президент Зеленский? Ну, естественно, мы с Пентагоном и так на постоянном контакте, но, тем не менее, у нас есть текущие вопросы. Буквально вчера были уже официальные подтверждения, что Соединенные Штаты сняли ограничения на применение американского оружия по вооруженным силам России на территории Российской Федерации. То есть этот вопрос, конечно, будет уточняться, и не все детали могут быть публичными. Идут обсуждения поставок дополнительных систем противоракетной обороны, и даже обстрелы нынешней ночью показывают, что нам нужно укреплять нашу противовоздушную оборону. Поэтому, конечно, наша делегация встретится с американской делегацией, кроме Ллойда Остина, там довольно много военных командиров. И поэтому будет о чем поговорить. Не анонсирована никакая коммуникация украинской делегации с китайской делегацией, но мы можем догадываться, что это возможно. Потому что пока от Китая не было ни официального подтверждения, ни опровержения участия в глобальном саммите мира. Была только неофициальная информация о том, что китайская делегация не будет посещать. И поэтому это интрига форума. И опять же, о результатах мы узнаем только через несколько недель по тому, как будут развиваться события. Потому что эти форумы проводятся не только для пленарных заседаний. А завтра президент Зеленский примет участие в одном из пленарных заседаний. Но они проводятся и для двусторонних встреч. Кстати, вот в этот момент, он в Сингапуре плюс 5 часов, проходит специальный прием для министров и руководителей государств. Закрытый для прессы, закрытый для других участников. И мы понимаем, что там обсуждаются очень серьезные вещи в неофициальной обстановке. И наш президент именно поэтому приехал туда сегодня, чтобы встретиться со всеми делегациями именно в неофициальной обстановке. А еще хотела у вас уточнить по поводу Китая. Если, с одной стороны, мы не знаем сейчас по саммиту мира, примет ли участие там китайская сторона, то все-таки говорили о том, что министр обороны Китая будет на форуме сейчас в Сингапуре. А с чем туда Китай поедет? И можно ли ожидать какого-то изменения формата общения Киев-Пхеньян после этого форума в Сингапуре? Ну, конечно, для китайской делегации ключевое – это именно безопасность в этом регионе, в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе. Это размещение любых военных баз вокруг морских путей, по которых Китай проводит свою морскую торговлю. То есть у Китая есть что обсудить, в первую очередь, с американской делегацией. Все-таки их отношения сегодня характеризуются как глобальная конкуренция, но еще не противостояние. И обе стороны заинтересованы в сохранении такого формата, но для этого им надо коммуницировать. Поэтому для Китая, конечно, главные вопросы – это не Украина. Ну а для Украины необходимо продвигать свою повестку, именно это мы будем делать. Для Российской Федерации, ведь Россия не принимает участие в форуме, как она реагирует и что для нее означают подобные встречи на дипломатическом и на военном уровне? Мы видим, что Кремль довольно нервно реагирует и на новости последних дней о том, что западные партнеры сняли ограничения на применение оружия по их группировки на территории Российской Федерации. Мы видим очень ревностное отношение руководства России к проведению глобального саммита мира. Они не ожидали столь большой явки, они не ожидали столь успешного подготовки саммита. И действительно, и МИД, и спецслужбы Российской Федерации работают на то, чтобы максимально навредить проведению форума, уговаривают страны, с которыми у них есть свои контакты, чтобы они понизили представительство или вообще отказались от участия. Российская Федерация анонсировала свой антисаммит, собирает в Москве в те же даты министра иностранных дел стран БРИКС. И китайский министр Ван И уже подтвердил свое участие именно в московском форуме. Поэтому, ну да, но тем не менее, этот саммит БРИКС, он все-таки не будет столь представительским. Поэтому, конечно, Москва с вниманием следит за передвижениями нашего президента, который последние дни провел просто рекордное количество встреч на высоком уровне, и потом результативных встреч. Он подписывает двусторонние соглашения о безопасности, и мы получаем оптимистичные новости от наших партнеров.
Еще один аспект хочу с вами обсудить. На этой неделе в Стокгольме президент Зеленский принял участие в третьем саммите «Украина-Северная Европа». Стороны обсудили оборонное сотрудничество, военную поддержку, усиление противовоздушной обороны Украины и подготовку к саммиту мира. В итоге подписаны три новых договора о безопасности. Это со Швецией, Исландией и Норвегией. Швеция до 2026 года предоставит Украине военную помощь на сумму около 6,5 миллиардов евро. Исландия до 2028 года будет ежегодно выделять почти 30 миллионов долларов на закупку и поставку в Украину оборонных материалов и снаряжения. А Норвегия предоставит Украине уже в этом году пакет военной помощи на 1 миллиард 200 миллионов евро. Всего в долгосрочную программу поддержки Украины заложены почти 6,5 миллиардов евро до 2027 года. Все страны-участники встречи в формате «Украина-Северная Европа» подтвердили свое участие в саммите мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. И после подписания соглашения по безопасности с Украиной премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон сказал, что поддержка Украины западными странами не прекратится. Как бы на это ни рассчитывали в Кремле. Договор – свидетельство нашей долгосрочной преданности вашей защите от России. Соглашение также является мощным сигналом для России, что продолжать войну, рассчитывая на то, что западные страны устанут, в принципе, бессмысленно. Наша поддержка не прекратится. Игорь, как вы оцениваете итоги саммита «Украина и Северная Европа»? Насколько результативно для вас это? Конечно, это успех. Вот выступал в сюжете премьер-министра Швеции. Допустим, в соглашении с Швецией у нас особый аспект идет на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, и в том числе о локализации производства бронемашин шведского происхождения именно на территории Украины. И сейчас есть большой шанс на то, что этот проект будет развиваться еще быстрее. Кроме того, Швеция передала Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения, которые помогут в координации действий истребителей F-16, поставку которых мы ожидаем в ближайшее время. То есть это очень конкретные шаги, которые решают те проблемы, которые сейчас стоят перед украинскими силами обороны. А вот соглашения по безопасности со Швецией, Исландией, Норвегией, как они повлияют на ситуацию на фронте в Украине? Ну, естественно, это соглашение на 10 лет, а ситуация на фронте меняется каждый день. Поэтому это стратегические решения о том, что Украина будет получать военную помощь, вооружение, финансовую помощь, разведывательные данные в течение 10 лет или раньше, если раньше мы станем членом НАТО. Это прописывается в соглашениях. Но в первый год действия этих соглашений, как правило, прописывается очень детально, в том числе некие закрытые приложения, это ассортимент, количество вооружения и графики поставок. Поэтому да, это имеет непосредственное отношение для того, чтобы Украина поддерживала паритет в вооружении, что, соответственно, облегчает работу наших сил обороны. Звучало заявление от премьер-министра Дании Мэтта Фредериксона о том, что после саммита, кстати, говорил об этом Украина-Северная Европа, и тогда звучало заявление, что Дания помогла Украине многим, но готова дать еще больше. Давайте услышим и обсудим. Мы должны ускориться и расширить нашу поддержку Украины. Теперь у нас есть обязательства по обеспечению безопасности от всех стран Северной Европы. Мы отдали очень многое, но готовы отдать еще больше. Вот эта фраза, что готовы отдать еще больше. Кто бы еще из государств, которые до сих пор не подписали соглашение по безопасности, могли бы присоединиться? Кто бы еще из государств мог бы помочь Украине? Ну, конечно, мы все ждем соглашения с Соединенными Штатами. И была пока неофициальная информация, что подписание этого соглашения ожидается в середине июня на саммите Большой Семерки в Апулии, в Италии, как раз накануне глобального саммита мира. И поэтому, вероятно, и на встрече с Ллойдом Остином и американские делегации, наша делегация будет обсуждать, возможно, последние детали уже этих подписаний, некие приложения. А также Владимир Зеленский планирует встретиться с Джозефом Байденом 6 ноября на празднование 80-й годовщины Дня Д, высадки союзников в Нормандии. И там также, я думаю, пройдут переговоры о ключевых вопросах двустороннего сотрудничества. Так что американские соглашения очень важны. Я уверен, что оно будет большим, толстым, с массой интересных деталей. Опять же, многие из деталей будут закрытыми.
А даст ли это такой толчок для других государств преодолеть барьер? Возможно, кто-то еще боится, а Штаты, как лидеры на геополитической арене, могли бы подтолкнуть? Следующее большое соглашение – это с Европейским Союзом, именно как с ЕС о двустороннем сотрудничестве в области безопасности. Оно будет коррелироваться с европейской политикой в международной и сфере безопасности, с их базовым документом. И тоже будет включать очень непосредственные элементы для сотрудничества между ЕС как объединением и Украиной. А также параллельно готовится еще ряд подобных соглашений. А на саммите НАТО в июле этого года планируется их объединить в один комплекс, это будет называться компакт, для того, чтобы они координировались между собой. То есть все эти документы будут увязаны в единую систему помощи Украине. И еще один вопрос у меня к вам. Мы все понимаем какие-то общие черты, но все же по саммиту НАТО, который состоит, по саммиту мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, чего от него ожидать? О каких результатах мы уже точно можем сейчас говорить? Мы понимаем, что три главные вопроса, которые выносятся на официальную повестку, это ядерная безопасность, то есть призыв отказаться от использования ядерного оружия, от ударов по атомным электростанциям. Это продовольственная безопасность, это свобода судоходства в Черном и Азовском морях и беспрепятственный экспорт украинского зерна на мировые рынки. Это гуманитарные вопросы, это обмены военнопленными. Вероятно, будет общая декларация, эти вопросы поддерживаются всеми. Но, конечно, будут обсуждаться и более широкий спектр вопросов. А я уверен, что все участники в своих выступлениях четко выскажутся за поддержку территориальной целостности Украины. О том, что никакая нормальная страна в мире не будет признавать незаконные аннексии территории. Это тоже очень важный пункт, и нам важно, чтобы он прозвучал на столь высоком форуме. И, конечно, будут переговоры о форматах окончания войны, о мирном урегулировании. Вероятно, будет составлен некий дорожная карта, неофициальный план, потому что деталей и нюансов много. И Украина усиливает свои переговорные позиции для того, чтобы в мирном плане все соответствовало национальным интересам нашей страны. Игорь, спасибо огромное вам за разъяснение. Зрителям напомню, Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, был с нами на связи. Ну а в этом выпуске мы ставим точку. Итоги будут в 21:00 по Киеву. Не пропустите.